Алло, алло, здравствуйте. Это вас беспокоит Веремея Елена Ивановна из 4-й поликлиники. Вы мазочки сдавали на ковид. Пришел результат положительный. Скажите, пожалуйста, как вы себя чувствуете? Сегодня на выезде, сегодня к вам заеду, посмотрю и там дальше сориентируемся, как, если нужно будет, запишем вас на дальнейшее обследование. Вызовов, конечно, сейчас очень много, приходится трудиться с утра до вечера, стараемся ни один вызов не оставить без внимания. Большая просьба нашему населению внимательно относиться к своему здоровью, по каким-то незначительным поводам стараться проконсультироваться по возможности по телефону. Но если вы чувствуете, что состояние ваше ухудшилось, если долго держится температура, или появляются какие-то другие угрожающие симптомы, обязательно вызовите врача. Обязательно дождитесь его. Не спешите начинать принимать антибиотики. Не спешите заниматься самолечением. Дождитесь, мы обязательно к вам придем. С заботой о вас, участковые терапевты.